Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем выживать в замечательной игре State of Decay 2. Ну что ж, в этой серии мы поедем, пока не поздно, выполним задание для будильника. Надо будет съездить к таинственному бродячему торговцу, пока он здесь. У нас есть целых еще 3,5 часа, чтобы это сделать. Посмотрим, что у него есть на продажу. Есть еще бродячий торговец. Он у нас здесь находится. Возможно, если есть смысл еще до него съездить. Но сначала мы съездим, понятное дело, сюда. Плюс у нас началась неожиданность. Сообщество в поисках боеприпасов. Отличная новость. Надо бы съездить и посмотреть. Плюс еще, видите, падает с зомбаков боеприпасы. Почему бы не походить, не поубивать там всяких зомбаков. И некоторые зомби на этой территории имеют при себе магазины с патронами пули. Понятно. А, когда контейнер еще буду искать, всякие, можно будет найти, я так понял, боеприпасы. Так, там еще какие-то зомби, как там? Так, тут еще ребята просят образцы чумы найти. Насчет снабжения ее, ну, это не проблема. Ладно, давайте двигаться. У нас времени мало. Сейчас еще и темнеет. Я так понял, у нас основная часть видео будет в темноте. Поменяю автомат, чтобы сейчас не ремонтировать его. Компенсатор снимем, а это установим. Пускай будет, у него еще дробовичок есть. Это на случай этих всяких... А, все, для него не подходит. А что за патроны ему нужны? Подождите, это патроны? А, вот они. Перезарядим. 7. 7 лезает, отлично. Все, это закидываем обратно. У нас, кстати, еще типок живой. Да, он передает всем привет. Да, говорит, ему таблетки нужны, там что-то. В общем, не обращайте внимания, у него все нормально. Сколько мы можем взять? 42? Я не знаю, возьму 42, а там сколько им надо, столько они возьмут. Так, естественно, берем с собой всякие таблетки, таблетосики, энергетики. Естественно, коктейльчики Молотова, которые нам еще нужно скрафтить. А, смотрите, у нас... А, получается, смотрите, мы эту ячейку, типа, они разобрали ее, и все. И все. То есть, короче, пропало все. Окей, ладно, с этим я потом разберусь, мне надо ехать. Давайте еще мне коктейльчика у Молотова, пожалуйста. Очень сильно мне надо. Вот так вот возьмем прям и дофига. Энергетик вот этот один возьмем. И все, да? Я думаю, этого мне пока что хватит. Как говорится, вооружен и опасен. Здесь есть у нас бензолиум, который можно сейчас заправить. Поедем, я думаю, на микроавтобусе. Нам нужно еще подлутать кучу всего, чтобы разобрать. Нам нужны микросхемы. Нам нужны материалы. И, по-моему, болты всякие там нужны. В общем, такие дела. Ну что ж, ребят, поехали. Как обычно, присаживайтесь поудобнее. И мы начинаем очередную вылазку. Надеюсь, я успею. Надеюсь, я успею, и задание у них не пропадет. У нас, по-моему, всего бита с собой. Надо было бы мне, конечно, взять что-то с собой получше. Так, ребята тут сейчас будут всех отстреливать.
Я тут пока поговорю с хозяином. Кто тут у нас самый главный? Ты? Будильник. Нашего типа, короче, убивают. Ну, он, в принципе... Так, Джо пропал во время сбора пальцев зомби на водонапорной башне. Сможешь ее отыскать? Погляжу, что смогу обнаружить, но не удивляйтесь, если новости будут плохие. А, где-то. Кстати, здесь надо груз с припасами еще забрать. Здесь, что ли? Так это... Это, блин, возле моей базы. Ребят, вы че? Как вы это допустили? Что у них на продаже есть? Пока мы здесь, давайте купим что-нибудь. Так, я так понял, сейчас придется назад ехать. Сейчас мы найдем, посмотрим, что они мне потом предложат. У них есть еще образцы. Нет, я не буду покупать у них колун. Нет, это не колун, это кувалда, да, получается. Что такое? Куда он побежал? Все, ладно. Пускай идет. Ладно, тогда сейчас по пути заедем, заберем. Заберем, какие там припасы валяются, посмотрим. И поедем до базы. О, кто-то бегает, смотрите-ка. Кто это? Ничего себе. Случайный прохожий. Бывает же такое. Ух ты. Ну да. 9 миллиметров нашли, отлично. Так, скинуть надо что-нибудь пока что. Так, например, вот это пока скинем, и вот это. И сейчас патроны. Это надо на базу. Я думал, тут будет... реально что-то ценненькое. Что такое? Там еще какая-то фигня в этом доме. Я так понимаю, если мы там залутаем, мы там что-то найдем. Там джиггернаут ходит. Ладно. Пускай живут. Поедем делать задание. Значит, нам нужно сейчас Джо найти и поехать еще образцы отвезти этим типам. И будет все просто отлично. Так, ну и чё? Чё-то мне не нравится этот звук. Мне это не нравится. Где она? А, вон он бежит. Там еще один бежит. И целая толпа. Так, а где у нас работяги на вышке? А чего они не отстреливают нифига? Так, типа, походу, у нас захавали. Давай, подходи. Вот так вот. Я не хочу в этом участвовать.
Пускай ребята наши отстреляют всех. Я не понимаю, почему они не стреляют. О. Так, боевой дух перца временно повысился, хотя ради этого пришлось израсходовать немного медикаментов. Достал он. Давайте уже отстреливайте, я не знаю, чего вы ждете. Ладно, надо помочь чуть-чуть. Дофига их чудо сюда прибежало. Место под контролем, но я не вижу, чтобы здесь что-то было. Найдите Джо и поговорите с ним. Здесь никого нет. Я ее не вижу. Зашибись, это вот она там бегала, да? Ха. Понятно. Ладно. Пс, это я. Случайно сделал. Смотрим. Так, вот эти патроны. Бьет мощнее. А, я думал, это 9 миллиметров, это не 9 миллиметров. Понятно. Тогда оставим их на базе. Так. Значит, вот это мы оставим, вот это оставим, вот это оставим. Это мы себе заберем. Тихо, 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 сейчас мы... Что-то из оружия я хотел взять нормальное. Разве же мы там собирались расколотить? Патроны, патроны на дробовичок. Все нормально. Пускай так будет. Дробовик тема. Все. Так, едем, говорим с ней. Я так понял, она, наверное, как-то то ли не добежала, что ли, до Тудова. Странно, в общем, это все работает. Воу! Толпа. Толпа, толпа. Ай, блин. Все нормально. Вот она. Тусуется здесь. Красотка, давай. О, 9 миллиметров. Что мы можем сюда пока положить? Давайте пока компоненты сюда закинем, мне пока не надо. И бинты с коктейльчиками, а вот это можно забрать. Она что, туда бежит, что ли? Блинский, блинский, блин. Давай. I don't think I can go much longer without a rest. Тупорылая. Типа, пока мы на нее смотрим, она бежит. Окей?
the infestation over here. I don't think we should stick around here. Так, добавить спутники, наконец-то. Все. Thanks for all your help. You really know how to handle yourself. You're welcome. Конечно. Дурында. Так. Это сюда. Все, отлично. Садись. Сейчас мы поедем обратно. If I take out the nearest plague heart, this might just clear up. Вот мы и дома. Told you we'd get you home. Thank you so much. You're welcome. Давай что-нибудь мне. Да-да-да, сейчас все, я еду. Все, закончилось событие. Все, надо до этих ребят ехать. К сожалению. Видите, они уже жалуются, что я тормоз. Поэтому поехали. Тогда съездим. Отдадим им образцы. И можно обратно сюда вернуться. И расколошматить это сердечко. К посреднику бы еще съездить, но он нам камуфляж-то фактически уже как еще, ну, физически не выдал, а фактически он у нас уже есть в списке выбора. О, будь здоров. Здорово. А, всего три. На. А, радиокоманда приободрения. Да, нафиг она мне нужна. В общем, этих ребят тоже можно не щадить. Посмотрим. Ну и барахло у них такое себе. Ничего интересного. У меня вещи есть и вкуснее. Давайте так кого-нибудь возьмем ради фана. Может, что-нибудь еще продать получится. Что это у него такое? Это бита такая, что ли? Офигеть, она здоровая. Во, вот эта кочеришка мощная. И что у тебя, пистола? Ну ладно, давай, давай ее возьмем. Так, что там у нее? Навыки общения, тем более. Заодно пообщаемся. Погнали. А то вояка куда-то смылся, даже не сказал до свидания. Это нехорошо. Так поступать нельзя. Особенно со своими друзьями. Все, поехали. Посмотрим, что там выпадет из того сердечка. Потом, я думаю, если нас не захавают... Ой-ой-ой-ой-ой. То поедем еще дальше в угол. Посмотрим, где там сердце и что там можно сделать.
туда едем вообще? Вроде да, на север, да. Хотелось бы, конечно же, машину прокачать. Надо для этого просто всего-навсего надо под это, подлутаться. Вот и все. Собрать кучу всякого барахла. Материалы там. Так, тут мы и приехали. Что мне надо еще? Возьму с собой коктейльчики. И я побежал. Давай, давай, давай. Ой, а ты что там делаешь? Поможем ей немножко, да? Ха-ха. Нормально. Вот так вот. Жирная точка. Вау, арбалет. Как насчет того, чтобы купить у меня арбалет? Sure. Это тебе. Еще можно ей вот это можно ей продать. Энергетики я просто заберу. Вот это тоже можно продать. Хотя, черт его знает, может быть, это стоит. Sure. Стоит разобрать? Да, разборка, я думаю, будет выгоднее. Сейчас мы это все как-то еще надо скинуть лишнее. Так, вот это мне не надо. А, 7,5 фунтов. Вот это поменяем просто рюкзак. Чик, а вот этот продадим. Отлично. Так. Не пригодилось нам столько... лекарств. Тут еще можно покопаться, что-нибудь найти. Патрончики валяются везде. А что это, аванпост с едой? Понял. Ладно, сюда давайте все. Так, смотрим. Что там у нас еще надо активировать? А, понятное дело, это активируем. Что нам нужно для того, чтобы 200 деталей? Ну, в принципе, все есть. Микросхемы, не проблема. Бензолиум у нас теперь кончается. Это плохо, наверное. Да, потому что мы же коктейли Молотова там делаем и все такое. Есть у нас какая-то плюс 50% к излечению от инфекции с электричеством. Автоклав. Ну, мне это, наверное, не так надо. У нас же там все живы, здоровы. Перчика надо подлечить, пускай лечится. Мне бы что-нибудь от лечения ран. Вот раны, да. Там мышцу нарастить или что-то типа того. Мне надо вот еще спиртяги сделать. Самогонки, точнее. Банка самогона плюс... Видите, плюс даже написано. Все правильно? Да. Пускай делают. Материалы есть. Можно еще скрафтить, например, улучшение. А, ну тут знаний строительства надо и электричество. Строительства у меня нет. Вроде все. Столовка крафтится, поэтому ничего я не могу больше сделать. Что сюда скинем? Давайте таблетосы пока скинем. И коктейльчики Молотова, пока мы не на задании. Ну, типа, пока сердце не уничтожаем. Смотрите, тут сколько патронов.
Это все забираем. That's a lot of stuff. Nowhere for that to go. Так, где ты, подруга? Something on your mind? Let's haggle. Купи отвертку у меня. Продаю. За дешево. Не хочет покупать. Что-нибудь еще закинем сюда. Бензин, например. Бензин вообще можно заправить. Ой. Something on your mind? Let's haggle. Why not? Почему он не продается? Надо типа снять сначала отвертку, а потом продавать. What do you need? Купи. I'm looking to do some trading. Okay. Отвертку. Есть, наконец-то. Так, это мы забираем. Надо где-нибудь здесь аванпост поставить. Так, вот это можно продать. А это мы просто скушаем. What do you need? I'm looking to do some trading. Why not? Это тебе. Посмотрим, что здесь еще есть. Ага, так. Где-то там бежит дикарь. Хочет нас захавать. А, детали. Детали. А чё она устала уже? Я же только начал. Несправедливо. Вот это тоже сюда закинем. Патрончики тоже сюда пока закинем. Так, отлично. Здесь все. Здесь все свободненько. Вот здесь смотрите, что есть. Есть выжившие. Ну-ка. Давайте. Отлично. Я вот здесь бы идеально было поставить аванпост. Может быть, с электропитанием взять эту аванпост поставить и не париться. И здесь заодно будет аванпост между этими всякими выжившими. Ну, если вот эти типы здесь останутся. Плюс, видите, они еще и будут тусоваться здесь, на этой базе. Сколько стоит аванпост тут поставить? И генератор... Уберем... Две тысячи пассивные эффекты. Ну, блин, круто, конечно. Ты чё? Плюс здесь еще подлутаемся. Давайте заберем, а то у меня денег все равно дофига. Все. И на базе можно будет убрать, например, вот эту штуку и что-нибудь другое поставить. Плюс еще что-нибудь там. Конечно, столько ресурсов туда потратили. Вбахали, я бы сказал. Так, давайте тогда улучшаем вот эту штуку. Потому что сейчас ресурсов будет дофига. И вот это разбираем. Сейчас закинем все лишнее, чтобы здесь не мешалось. Да, закидываем. И погорим сейчас выжившими. Так, здрасте.
Так, я в спешке покидал свое жилище на большой стоянке и бросила там биту с чемпионата. Помоги мне, я в долгу не останусь. Чего? Okay, great. Ты что, совсем сдурела? Поищем, что здесь есть. Так, вот это все забираем. В принципе, я думаю, сейчас нам хватит ресурсов, чтобы скрафтить нам улучшение для этого, для фургончика. О, генератор. Так, здесь должен быть мешок с материалами. Да. Отлично. И здесь еще можно покопаться. Все. Ну, один коктейль Молотова я оставлю. Зачем он мне нужен? Так, это сюда. Мешочек сюда. Это у меня все будет с собой. Вот эти три пачки я скину сюда. Не надо мне столько таблеток. Это мы все забираем. Отлично, отлично. Как раз микросхемы мне нужны. Химикаты еще всякие. Так, скидываем. Так, так, сюда, сюда, сюда. Все сюда. Смотрим, куда ей надо. Сюда? Ну ладно. Почему бы и нет? Я еще хотел посмотреть, что это ее надо включать или не надо включать. Нет, не надо. Топливо в день минус 2. Ну да, ну да. От чего мы можем избавиться? Мы теперь можем, по сути, огород построить и его прокачать. А здесь мы можем поставить, например, сборщик дождевой воды. Почему бы и нет? И будем, типа, нормально с едой у нас все будет. Да. И мы сможем как раз еще одного человека взять. В принципе, да, такой план, я думаю, подойдет. У нас ноль. Ноль, ноль, ноль. Патроны у меня минус. Вот в чем беда. Потому что я хочу какой-нибудь аванпост снять. Поставить какой-нибудь аванпост с топливом. Я думаю, вещь полезная будет. Ладно, что, поехали. Раз уж я в это вписался, будем это делать. Сюда еще надо будет поехать. У нас еще как раз целая компашка собрана. Можно прям кататься теперь. А погодите, у нас третий человек пешком, да, ходит? Понятно. Пускай ходит. Тут недалеко. Я думаю, добежит. Единственное, тут джиггернаут. Это плохо. Блин.
патроны кончились. Вот, перезарядиться. Окей. Побегаем чуть-чуть. Типа поджог. Ладно, пока она там развлекается, давайте мы займемся делом. Поищем эту биту. Все, я нашел. Я нашел. Fucking hey. Джиггернаут еще тут, блин, смущает меня эта фигня. Это место какое-то проклятое, если честно. Есть такое подозрение. Сейчас сам эту подругу просто захаваю. Разорву, так сказать, на части. Понял. А я в дом зашел. Хочу убить эту кричащую штуку. Задание провалено. Понятно. Биту я себе оставлю. Я так понял, она просто бы сказала, типа, ну, вот у меня бита есть, возьмите меня к себе. Мне такие люди не нужны. Я думаю, она... Думаю, она будет бесполезна для меня пока что. Если только она не была там садовником каким-нибудь. Тогда, возможно, она бы подошла бы мне. Да, джиггернаут, 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 джиггернаут. Спасибо тебе, друган, за то, что не даешь скучать. Я так понял, все, кто со мной был, они поддохли. Давайте посмотрим, что там происходит с моей машиной. Тут еще, кстати, мы что-то оставили, да? О, а что он так идет бодренько? Кстати, давайте используем отвлекающий маневр. Подруга еще устала очень сильно. Сюда, например. Или туда, наверное, дальше. Закинем салют. Я не знаю, кстати, здесь можно подняться? По-моему, нет. Нет, нельзя подняться. Так, например. Ага.
С Новым годом. Пускай Джиггернаут туда уйдет. Так, это у нас для... Для... как она называется-то? Для гидропонной фермы. Стеллаж, чтобы больше медикаментов выращивать. Ага. Все. Вот и трупак здесь лежит. Так. Что? Ну, биту я себе оставлю. Что поделаешь? Все, сейчас скинем сюда. Там три крикуна. Понятно. Так, обыскать бы ее. Угу. Граната. Петарды. Ладно. Так, что я могу сюда еще закинуть? Бензин тогда закинем. Петарды мне вообще не нужны. Сейчас не встали вообще никуда. Всякие вот эти штуки мне не нужны. Вот это, наверное, можно забрать. И пистолет. Какой у него калибр? Мой. Патроны заберу. А пистолет, наверное, можно кому-нибудь продать. Ну, давай. Да кузов мне надо, вот. Так. Так, у нас захватили этот аванпост. Зашибись. Это сюда. Сюда. Что там еще можно у нее забрать? Вот эту штуку заберем. Нож. Да черт его знает, машина, блин, залагала. Окей, где? О, вот этот аванпост. Да, его всегда захватывают. Ладно, ехать надо тогда. Че поделаешь? Поменять человека надо. Машину починить. Ох, жесть, конечно. Лишний хлам скинуть. Так, так, так. Все это сюда. Это тоже сюда, сюда, сюда. Кстати, она у нас даже и не заразилась. На удивление. Так, автомат возьми. Оп. Откуда он взялся, кстати? У нас что, кого-то убили, что ли? Нет. Так, передача контроля. Давайте за Джонни, наверное, поиграем. Кто у нас еще там хочет подкачаться чуть-чуть? Максимальное здоровье добавит. Здесь максимальное здоровье. Здесь скорость набора опыта плюс 25. И плюс имеющую химию прокачали. Ну-ка, 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 ну-ка. Боеприпас. Открывает огнеупорный склад, увеличивает производство патронов в мастерской, позволяет производить термитные гранаты, С4 и улучшенные боеприпасы. О, извиняюсь. Давайте на боеприпасы все-таки переключимся. Инфраструктура тут качается потихонечку. Так, отлично, отлично, отлично. Кулинария, ну так себе. Как бы нормально. Тогда давайте скорость набора опыта.
Почему бы нет? Переключиться. Съездим за этого чувака, посмотрим, что там можно сделать. Так, бери автомат. Дробовик. Патронов. Я думаю, ему пока что этих хватит. Что там с оружием у тебя? Ничего нет, что ли? Так, это ремонтируем. Вот это мы берем. Кукри сейчас закинем на базу. Так, вот это тоже на базу. Вот это тоже на базу. Это тоже на базу. На базу, на базу, на базу. Все на базу. Все, и поедем сейчас. Там, по-моему, нету у нас ничего бодрящего. Так, ну, окей. Вот это у нас, например, есть. Это коктейльчиков маловато. Я уже не могу себе позволить столько коктейлей делать. Зато мы можем что-то еще скрафтить. Давайте вот. Так, что дает перегонный куб? Так, изготовление топлива. Изготовление топлива. Обеспечение всей базы водой. Кстати, у нас как раз химия есть. Кроме того, незначительно повышает боевой дух, когда имеется доступ к воде. Если ваш лидер торговец, то перегонный куб можно улучшить и произвести на продажу ценные предметы роскоши. Why the fuck not? А здесь у нас будет мега-хавчик. Да, построить ферму. Все. Ничтяк. Будем... Будем гнать самогоночку. И мне нужно что-нибудь взбодриться. Вот это возьмем. Чипсончика. Вот этот вот энергетик один. Так, так, так. Этого хватает. Коктейльчика чуть-чуть еще добавим. И все, да? Пока что хватит. Я надеюсь, его, конечно, не захавают. Все, есть, 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 есть. Что-то еще? Кофе? Кофе мне не надо. Если только чипсончики. Ну что, друган, поехали? Так, вот сюда поедем. Или до таинственного бродячего торговца. Есть еще времечко. Сюда идут какие-то мерзавцы. Прям на меня. Вот ведь незадача. Ладно, пускай захватят. Мне проще как бы убить одного крикуна, чем вот эту с толпой этой все еще аж разбираться. Такое себе занятие. Пускай. I don't want to stick around here for very long. Говорит, ему тут не нравится. Жестянщики, дела сердечные. О, а вот это как раз таки. How many fucking plague guards can one town have? Ужас. Значит, здесь сердечко. Жестянщики. Значит, они хотят ликвидировать чумное сердце. Видимо, сама судьба нас тянет к ним. Я хотел здесь, конечно же, уничтожить. Давайте тогда быстренько здесь уничтожим, а потом, если типок этот устанет сильно, то поедем... Естественно, поменяем на Джонни там или еще кого-то. А это кто? Заблудившиеся вояки?
А вы тут откуда взялись? Ладно, мы к вам еще заедем. Обязательно. Посмотрим, что там. Так, я так понял, это амбар, да? Тут, в принципе, легко будет все. Да, относительно легко. I gotta make this quick. Блин. Да, легко. Стопудово. Очень легко, блин. Да. Как же это быстро произошло? Ну, жесть, чё? Это очень-очень-очень плохо. Это пипец как плохо. Это жесть. Кого мы там потеряли-то? Что он там умел? Так, кулинар. Кто он там был-то? Я что-то забыл. Кулинар есть. А, он химиком был. Пипец. Вот это да. Вот это печальные новости. Да, вот так вот быстро можно умереть. Так вот лучше не делать никогда. Ха-ха. Ладно. Найдем другого. Что поделаешь. У нас только что открылось одно вакантное место. Кого-то можно нанять. Например, опять тетушка. У нас еще там куча всего осталось. Это жесть. И еще мы сердце то пробудили. Вообще зашибись. Да. Вот это да, блин. Что теперь делать? Что-то я расслабился, да? Ладно. Собираем всю волю в кулак и двигаемся дальше. Не время расстраиваться. Расстраиваться буду, когда я выключу запись и буду горько плакать в подушку. А вы, ребята, не волнуйтесь. Все будет зашибись. Посмотрим, что мы можем теперь сделать. Выходим из этой ситуации. Значит, у нас есть тут винтовочка, да? Винтовочка, винтовочка, которую мы сейчас заберем. Патрончики как раз к ней есть. Мне бы создать какой-нибудь глушитель, хотя бы обычный. Не знаю, есть ли от него смысл, будет ли. Молотовых теперь мало создается. И вообще все эти боеприпасы. Я так долго его качал. Беда, беда, беда. Давайте, пишите свои злобные комментарии. Ты не умеешь играть, да, да, да. Инженерное дело, понятно. Электричество. Ну, хоть успели построить перегонный куб. Не знаю, без знания химии, видимо, я не смогу им пользоваться. Ладно. Ладно, будем действовать дальше. Черт с ним. Три человека. Ну вот, мы можем здесь теперь угостить всех самогонкой. Отлично. С едой. Ладно. Это все нормально. 10 минут. А это 10 плюс 10 на 1 час. А это на 1.5 часа. Вот я не знаю. Плюс еще боевой. Ну давайте, да, вот этого сделаем.
30 минут он будет кашеварить. Понятно. Тут целая толпа ходит. Да, они идут прям к нам. Так, готовимся. Что у него там? Саблю. Еду давай бери. Давай, руби их всех. Сюда, сюда, сюда давайте, ребята, ко мне все. Жопа какая-то у нас тут происходит. Так, этим ребятам что-то нужно, чтобы оказать... Обратитесь к этим бедолагам. Да? Что бы нам сделать такого? Типа у нас тут есть тачка. Мы можем на ней поехать, да? Нам бы добить вот эту вот хрень, которая здесь, и двигаться дальше. Я бы хотел это сделать. Что тут есть? Так, это не подходит, не подходит. Придется нам туда доехать. Сейчас давайте скинем вот эту два пакетика. Возьмем на всякий случай просто вот эту вот, штуку. Здесь есть бензолиум. Нужен ли он мне? Поливать. Пофигу. Короче, кидаем эту тачку там. Пускай она там будет. Труп там лежит. Значит, мы его залутаем. Аккуратно. Аккуратно, осторожно. Все по тактике Splinter Cell. Без лишних движений, без лишних шумов. И расфигачим это сердце. Да. Жалко, жалко. Потеряли химика. Был он нам ценен очень. Бесценный просто кадр. Вот так вот глупо просто умер. Так делать вообще нельзя. Ну, что поделаешь. Предлагаю машину здесь оставить. Так. Ага. Ну что там? Так, я знаю, что мы не на короткой ноге, но мне нужно, чтобы кто-то прикрыл меня, пока я осматриваю величественный белый дом. Окей. Пойдем сначала посмотрим там одно местечко со мной. А потом пойдешь по своим делам, подруга. Так, аккуратненько, сейчас будем туда пробираться. Зашибись я, конечно. This ain't rocket science, people. Red Talon? No thanks. I don't care for people who solve everything with guns. I gotta rest. Давайте тогда говорить так. Он оказался просто тряпкой. Вот и все. Может быть, даже хорошо, что он сдох.
Так. Вроде никого нет. А, так, я это все забираю. Ага. Вот это мне не надо. Вот эту кувалду заберем. Вот это все забираем. Так, мне надо сюда что-то скинуть. Ага, так, давайте сюда вот это. У меня пока есть, короче, патроны. Пускай здесь лежат. Так, 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 вот это сюда, сюда, сюда. А вот это мы заберем и продадим вот эти две вещи. О, я могу продать? Нет, не могу. Ну что, поехали? Веселуха. Нету энергетика, да? Зато есть коктейльчики Молотова, блин. Там где-то псина. Где она? Так, там толпа, говорят. Все, собака сдохла. Нет? Да ты шутишь, что ли? Ага, все, побежали дальше. Мразоту все перестреляли. Где, 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 где она, где она? Псина. Так, мне надо перезарядиться. Все, успокоился. I'm calling this job done. Feels good to reclaim some territory. А, убили, да, эту подругу? Понял. Печально. Башка, он валяется. Слушайте, ну, я не знаю, почему она сдохла. Если честно, вроде все нормально было. В принципе. Все нормально было. Все было ништяк.
running low on that. Кучу всякого ненужного барахла у меня теперь. Посмотрим, что здесь есть. Коктейльчики. Это мы тогда все заберем. Рюкзак нужен мне такой рюкзак? У меня 8, а здесь 8. Это разобрать можно. Это просто продать. Подороже. Так, все. А что здесь у нас? Аванпост с едой и с патронами. Давайте-ка патроны отсюда заберем, если они тут есть. Такие вот дела. Да, нормально, так быстро его захавали. Вообще, все еще понять не могу, как это произошло. Ну ладно. В принципе, я понимаю, у него закончилась стамина, я вовремя не использовал заранее, точнее, этот энергетик, и все, до свидания. Просто до свидания. Все, поехали. Ну и что тут происходит? Все вроде нормально. Жестянщикам нужна помощь. Я вот не знаю, стоит ли этим вообще сейчас заниматься. Да. Поехали, короче, на базу. Вот этих ребят жалко. Ну, а, они все, они смылись. Понятно. Расстроились, видимо. Что поделаешь, выживает сильнейший. Проверили ее, их подругу, она оказалась слабачкой, и все. Результат на лицо. Здесь какой-то трешняк вообще происходит. Жесть. Так, я приехал. На этот раз живой. Ага, так, сюда, 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 сюда. Пока все закидываем. Только я подумал, что начну сейчас крафтить патроны налево и направо, как игра сказала. Так, друган, вот тип у тебя там, надо его заменить, и все, до свидания. Да, ну в принципе я, наверное, могу и за него поехать повоевать еще, если я успею вот на это задание. Так, сколько, что у нас там по времени? А нет, уже 1:10. Да, 4 человека у нас осталось на базе. Понятно. Давайте вот построим тогда производство еды. Почему бы и нет? Теперь у нас задача найти садовода, либо сделать садовода.
Мы можем это, в принципе, сделать. Либо. Да, мы можем снять аванпост, понятное дело, и поставить аванпост с бензиком. С бензиком. Где мы это можем сделать? Самое ближайшее, желательно. Желательно самое ближайшее. Либо самое дальнее где-нибудь. Чтобы до него не доходили эти зомбаки проклятые. Вот здесь. Мы можем вот этот аванпост снять. Поставить вот этот. Либо пускай вообще они здесь будут. Эти точки. А вот этот можно типа снять. Я не знаю, есть ли от него смысл. Здесь его постоянно захватывают. Так как мы, ну, вокруг базы, они постоянно сюда приходят. Здесь что-то все захватывают. Наверное, да. Я, наверное, вот этот аванпост поставлю сюда. Отлично. Будет вообще зашибись. Ну и бродячий торговец еще больше двух часов будет здесь. Мы сможем его... в любой момент навестить. Да, что-то не подумал насчет электростанции. Может быть, надо было вообще ее здесь поставить. Здесь тоже так себе. Ну, в принципе, здесь же у нас дыроколы тусуются. И мы еще их не докачали до союзных. И непонятно, какой у них будет пассивный бонус, поэтому пускай. Ну, потратили еще, блин, 2000 влияния. Кошмар. Какие-то неприятные у нас неожиданности. Плюс приятные. Члены сообщества чувствуют себя отлично. Боевой дух вырос. Да. Плевать, что там схавали одного из наших. Ну, в принципе, вроде уже все про него забыли. Да? Да. Такие вот дела. Так, ну что ж, ребята, на этом мы заканчиваем. Заканчиваем, да. Продолжим уже в следующей серии. Как обычно. Такая вот серия. Немножко печальная. Все, не расстраивайтесь, ребят. Все будет зашибись. Найдем еще новых людей, еще покруче. Найдем какого-нибудь... В идеале найти бы какого-нибудь химика уже с прокачанными, ну, уже с боеприпасами прокачанными. В общем, это не проблема. У нас есть, например, вот эти ребята. Потому что у них есть радиокоманда «Атака ближайшего чумного сердца». Я думаю, что стоит к ним съездить и кого-то из них завербовать. Посмотрим, кто из, что там они из себя представляют. И возьмем их к себе одного, естественно. Вот эти, понятно, кто-то я еще говорил, да? Вот тоже, вот эти. Кого-то из них возьмем тоже. И вот все, у нас два человека. То есть, изи, проблема будет решена. Буквально в следующей серии. Так что не унываем, все будет классно. Даже еще лучше. А на этом все, ребят. Спасибо, как обычно, за ваши лайки. Огромная просто благодарность за вашу подписочку и замечательные комментарии. Все читаю, все смотрю. Возможно, не всегда отвечаю, но я все вижу. Я за всеми слежу. Ну что ж, ребят, пока-пока.